Всем здравствуйте. Вот эти вот мячики, у них самые любимые. Сейчас еще вот такой им принесла мячик. Ай, все. Ай, им удобно их хватать и таскать. О, лови, лови, мой золотой. А вот такой новый мячик. Не хотите попробовать? Оп. Вот такого еще не было. О, как она схватила легко и побежала. Схватила в легкую и понеслась. Удобный, да, мячик? И ты мне принес? Да ты молодец какой. Ты хочешь, чтобы я отобирала? Так отобирать-то сильно нельзя. У вас зубки могут повредиться, да. Только если ты мне сам вот так вот отдашь, я тогда могу тебе кидать. Оп. Да ты мне таскаешь, да? Ты мне приносишь. Ой, да какой парень-то хороший. Какой хороший парень, а? Приносит. Девчонка не приносит, говорит, я сама буду играть. Поюкаться, да, со своим мячиком. А этот опять, смотрите, принес. Принес пес Барбос. Красивый нос. Оп. Ну, конечно, нужно сразу же двоим за одним мячиком. Другие-то неинтересны уже стали. Ай. Чуть все растерялась такая малышка. Малышка-милашка растерялась, потерялась и вся, да? Так, еще тут два мячика у нас подобных есть. А, ты у него утащила. Ах ты маленькая, Радулька. Зайка, заяц, шоколадный заяц. А, ты и этот хочешь утащить? Все хочет утащить. Ай, ай. Оп. Все принесла к себе, все к себе. Все на свою лежанку. Футбол. Мини-футбол. Слушайте, ну хороший для размера вот этих собак как раз вот такие мячики, хотя они считаются кошачьи, но вот у нас кошка с такими не играет. А этим прям вообще нравится. И вот эти вот мягкие мячики, и зубки не повредятся, и играться с ними весело. Да, малышня-карандашня? Ну вот такие у нас игрища. Маленькие игрища наши. Нам мы всех целуем, обнимаем и много радости желаем.